Ой, Всем привет, палатка. дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд. Сегодня я играю на Архимонде. У нас карта Desert Fury. Со мной в голосе находится Пионер, Гном и Руина Акакий. Всем Всем привет. привет. Я вот думаю, что мне строить. Постарел, да. А как и да? Старый, да. Давно на стримах не был. Ну да, согласен. Да, я и тоже. Времени. Да, ты понимаешь. Так, а где Я деньги? человек, но не даю ваших игр. Ладно, я надеюсь, я выиграю. Так, если что, вся моя команда, у кого есть светлячки, давайте помогаем выиграть вот этим вот девушкам. Алекс, да ты выиграешь в одиночку, у меня нету. В смысле нету? У Ты меня реально одна ничего не девушка не поставил? поставила. Я не специально, я был занят. Понятно. Руина. Да я был занят. Руин. Здесь... Ты запылил. Эльфы против эльфов, орда против демонов и нежить против людей. И во всех разные расы. Нормально, сейчас уравняем шансы, я тоже первую волну солью. Ну Да я не ладно. знаю, что будет, если он массу построил, то... Ты чё так какакий? А, ты хочешь сразу в Ну, Т3, понял. мудро... Ну да. Зачем ты меня спалил, да? Да, я знаю, да, Я все. видел, что Акаки хочет в Т3 уйти. Мудро. Мудро. Мудро на связи. Если он Акаки отвалился, седьмого то левела, ё-моё. чё? Вы чё там, я не понял, чё там за договоры пошли, все сразу в тройку? Что? Все строят как Ну бы. я как бы уже. Сейчас же я буду воевать, Да да? я вижу. А у тебя там разве ничего получше нету? А можно от него управление? А, я же все Ну, ничего не вижу. У тебя же есть моя есть. получше, но я по два раза дом качнул, поэтому как бы получше не построю. Два инкома как бы денег подобрали. У тебя же там средний вроде более Исследование прикольный, не? завершено. О, Но он на силу, неплохо. типа, а так как бы есть... А так, видишь, как бы воздушный, норм. Хватает. Так, а я следующий сражаюсь, да? Вокс, я думаю, Фелиси поможет еще. Если доживет, правда. Не доживет, сейчас уже убьет там. Ну ладно. Мы пытались. Ладно, вот так вот сделаем. Аура тьмы, нифига себе. Полное пламя. Ого. Прикольный дядька. Так я сейчас же буду с Алексом драться, да? Да. Ну, значит, можно все по стандартам сделать, ничего не качать. Алекс, а я первый по инкому. Да-да-да. Кто тут сильный? Ничего страшного. Это временно. Ну, я бы не сказал. Хотя да. Хотя да. Ну ладно, по инкому ты первый, ты в нашей команде, ты, блин, сильный. Что-то у тебя Мы сла... тут на Слабенький. команду играем, дети. Нет, зато все играют, а я такой, типа, вот, А, платишка. он убил Да. моих? Фига себе, я говорю, слабенький. Алекс, руина, понятно. Ну да, так Слабенький, хотел. да я. Я сливаю. То есть ты выиграл. Надеюсь, ты Сейчас не я станешь убили сливать. то. Не я, ты башню ударил. Исследование Башню завершено. тебя убили. Разве? Да. Ты хочешь сказать, что я бы тебя выиграл? Да, Сейчас мудро выиграет. фиг знает. Так, ну куда тебя без пары? Ой, без пары. Буду Главное коня. инкомить не забывать. Что там у нас там? Главное, инкомы цветное, считаю. Не, я предлагаю. Вот сейчас это зря ты сделал. Сделал бы дальше, вот как ты до этого сделал, и было бы нормально. Акакий. Мне кажется, можно Ну, было. крит вылетай, крит, 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 Да-да-да. крит, давай. Мне кажется, пофиг. Просто смотри, в чем прикол. Если делать только воздух, они, походу, не засчитываются. Потому что при условии того, что мой пенис, по идее, продавил их, нам не падал бонус. Хотя он продавил. Поэтому, походу, нужен наземный юнит для этого. Понятно. Ну, в принципе, есть небольшая логика. У него столько бревен, что у тебя умрет этот дядька, кажется. Да, не, сейчас прокачаем ему латы следующей волны, и он будет получать урон. Ну, это со следующей, а сейчас умрет. Ну, а сейчас у меня инком 3 уровня. А, я понял, что надо вкачать. Вот это надо. Это... И их стру... Сколько ты там стоишь? Давай стройся.
Ну, вот у меня вот это вот. Погоди-ка, у вас летающие же, да? Нет. А если я с тобой, Алекса, комплектую? Что ты хочешь? Увеличь урон, наносимый летающими врагами, это аура. Исследование завершено. Ну, это типа по летающим. Да, 30%. Не-не, мне кажется, это не аура, это активка. Блин, какие они сильные. Слушай, я прокачаюсь на всякий случай. Ну да. Бля, они же в голосе, они слышат нас. Ну да. Ну, ничего страшного. Они против улетающих. Ну-ка, смотрим. Нет, смотри, мы сейчас пушим. Мои драконы остались. Пушить. Я же говорю. Давай еще. Просто надо пушить. Прокачаем. Твоего Минотавра и близко не убил без башни. Так, если что, чтоб просто так не стояло, можно вот это вот починить. Да, пень? А, вот ты тратишь, ладно. Акаки лагает. Давай. Так можем ее расстрелять. Ну, я говорю, ракетами расстреляйте ее. Думаешь? Ну, я твой дух выпустил. Они отчинят. Обстреливаем, пионер. Обстреливаем, давай, разведуй. Разведь. Так она разведана. Кого тебе разведать? Разведай ее. У него невидимые. Надо пионера построить, который видит. Да пофиг. Но они сейчас пушат. А сейчас я сражаюсь? Детектор я сейчас поставлю. Я хотел, чтобы сейчас мы это пропушили. Чё не снес? Инком был у нас. Чё ты не снес? Про кого что-то? Тебе. Башню? Да. А там невидимые были. И чё? Там невидимые. Так, они дамажили. Так у тебя светлячок на что? Ракета. Пусть светляк. Ну не тупи. У меня светляка нет. А, это акакиевский светляк, ё-моё. Не, я свой кидал уже просто. Ладно. Ты в таблице посмотри, как у... Да я понял, я перепутал просто. Не жрали, они все равно не сожрали. Меня руины называют, а. Ну да. Ага. Кого же еще? Смотри, коня вообще насрать, они просто жрут. Мы не пришли ломать. Им наплевать. Ну да, правильно. Там чисто Минотавр сейчас стукать будет. Да? Да нафиг оно надо, забей. Надо своих тоже сделать. Это надо, конечно, на количество вот это вот, а не так. Гоны там танков, чтоб сносить их, а. Видишь, тебе попросят одного Минотавра. Ай, нет, не добил его, покидал. Ну это вообще фигня. Забей, это фигня. Вот ну, надо что-то доделать. Вообще хорошо разлетаются молодые. О, смотри, 15 секунд еще. Правда, у меня никакого дамага такого нет. Ну ладно. Я, кстати, тоже. Так, да? Все такие. Ничего страшного. Блин. Блин, мы же на профета хотели играть эту игру, блин. Да ладно уже. Кто у меня детектор, чтоб я знал? А, вот я нашел. Я там никого не установил. Проблем. Ох, как я прочихался сейчас. А после сидеть, получает арон первый. Прикольно. Сейчас я держу жал, да? Наверное. Делаем так. Смотри, там башню сносит. Надо ее починить. Нет, да, согласен. А, там уже почти кто-то. Не тебе, да, тебе уже не надо. Смотри, сейчас там... Ё-моё, знающих у тебя сколько? Пипец, там одни... Ты сейчас сможешь, кстати, уйму знающих. Там эти деревья, ты сейчас просто молнией можешь их фигачить. Да, да, я поэтому... И огнём. Пипец, чисто в Т3 ушел. Да, вот да. Это тактика, которую я хотел. Но эта тактика, кстати, на профетах будет прям вообще классная. Это смотря ты можешь что еще... будет в Т3. Ты их можешь менять. Но это как бы тоже, да. Но это... Тут как бы у тебя тоже рандомные герои в любом случае. Что знающие уж я знаю, ладно. Да, знающие, они просто прошарены, они после боя уходят назад. Кстати, классно под алтарем драться. А почему тогда они знающие? Потому что знают. Чу-чу. Я такой, как вас держу. О, хорош.
Взял просто владосу всего и скразнес. Солидно. Тише. Эти игры. Видите, я слышу. Ой, мне камни закинули. Ну, камни, кстати, особо драконами не чувствуются, по крайней мере. А, или чувствуются? Я не понимаю. Нет, не чувствуется. Ну, полбазы мы им откусили. Можно еще вот так вот сделать. Блин. Чтобы вообще. Не успел вкачать. Надо было вкачнуть, блин. Так. На грифона. Надо вот это вот делать. Вот эти вот на самом деле мне не особо нужны. Ну да ладно. Подожди, а вот стол по своим бьет тоже, ну, по стандарту или... Ты лагаешь. Я тебя не услышал. Ты про... Огненный столб здесь как стандарт бьет по своим тоже? Нет. Ты еще лагаешь? Он по своим не идет вроде. По своим не идет, окей. Вот там можно качнуть. Да, я выиграл. Ну, блин, не выиграл, а... А то я бы в такой. Так, сюда, сюда тебя. Вот это качнем. А, вот это надо качнуть. Вот против твоего соперника я бы сходил. Это кто у нас? Винди, а? У меня сейчас такой просто големчик классный есть. Он бы их всех сжигал. Вот, классно. А голем это вроде у тебя самый дорогой. Или нет, или да. Этот... Да, он 810 убивает. Стоит. А, вот, это да. Самый дорогой, который я сейчас помню на данный момент. 790 паук стоит. Кстати, один из самых прикольных Т3 это... Блин. Ты за тюремщица вот это играл? Не знаю. Это героя обычного. Ну, короче, там есть персонаж, ну, этот юнит, который Т3 призывает с трупов юнитов. И они... Не дамажит очень хорошо. Mm. Это и масса. Это, ну, челик против массы. Ты массу противника превращаешь в свою. Ммм, прикольно. Ну, это вся некромат, вся прикольно. К нему шовиков, например, минотавров и какие-нибудь этих... Акакий? Летающих. Как работаем. Вообще? А, или вот... Да, да, выстрелил. А походу чист... мы снесли. Ну, походу. Ну, да, одна секунда. Не-не, можем еще. Не-не, а, не снесли. Да, да, это был спам такой. Ну ладно. Все, хорошо. Ну, ну, ну ты понимаешь, да, когда у нас откадешься, мы можем свободно закончить. Надо, мы не будем этого делать. Не-не. Не честно. Так, ну да. Мы-то любим честную игру. Змея эссенция, ну, что да, это такое? Да. Ну, полеты, вообще. Не руинскую игру. Я думаю, что закончится все равно. Нифига себе. Чисто прикол создал. Ну, Кося. Не, мы сейчас не закончим. Давайте я помогу. Хотя тебе помощь не надо. Ты так сильный. Как изменить эссенцию? Вопрос. Слушайте, как изменить эссенцию? А. Там, ну, все, все, я понял. Нет. Курона. Я такой два раза медленнее. Угу. Так, ну я явно его пробил, а просто в том, что успею снести или нет. Так у него же такой же КПД будет. Там просто скорость и защита больше. Надо силёными их делать. По идее. Притормози войска свои. Ну смотри, если они вот управлять войсками. Стри-стри, летят, 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 а? А чё там, ты уже сносил их опять? Да не, все это Габелла, это да, уже я иду. Короче, они... Там сейчас твои всех сожгут. Как бы, конечно, но они, он сейчас будет воином. Для... Да, как он тебя знающих сносит, я обалдею. Жесть. А чувствуешь, дали все эти по первый раз, ну мана не было больше. Ну сейчас мы добавим еще пару, нормально будет. Ну все, нет. Зачем добавлять, уже все. Это уже габбелла. Все пробить, а, ну да, уже. Про... Есть пробитие. Опа, ракет пробил. Сейф. Да и...
Что ж, дорогие друзья, на этом все. Наш видосик подходит к концу. С вами был Алекс Бонд, Акаки, Гном, Пионер. Мы играли Desert Fury. Всем удачи и всем пока. Всем пока.